Мы приступили к реализации этого проекта год назад. Перед нами стояла задача сделать его максимально простым, функциональным, а также красивым. Мы потратили огромное количество времени на разработку концепта, создали несколько живых прототипов, но что-то было не так. Мы искали исполнителей, которые могли бы реализовать его так, как мы хотим. Если честно, я сначала боялась приступать к этому проекту. Как-то казалось, что он такой сложный, невыполнимый. Но после, собрав волю в кулак, получается, я поняла, что этот проект стоит делать. И сейчас я очень рада тому, что мы смогли. И вот спустя год, пройдя огонь, воду и медные трубы, мы готовы и очень рады вам представить этот проект. Проект Bookshelf. Мы, конечно же, совершали ошибки. Мы его переделывали по несколько раз. Мы получали фидбэки от пользователей, чтобы улучшить его и выпустить реально хороший, качественный, функциональный и красивый продукт. Поэтому прошу любить и жаловать.